Здравствуйте, вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю один из самых любимых своих салатов по мотивам классического рецепта салата нисуаз с тунцом и овощами. Если вы никогда не пробовали его, настоятельно рекомендую приготовить и попробовать. В рецепте очень интересное сочетание ингредиентов – тунца, картофеля, яиц и свежих овощей со вкусной заправкой. И это на самом деле просто праздник какой-то. Какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте wikirecept.ru. Две картофелины я отварила в мундире заранее. Сейчас очистила, нарезала кусочками среднего размера и обжариваю на растительном масле до легкой корочки. Сто граммов стручковой фасоли кладу в воду. Как закипит, выдерживаю 3 минуты, сливаю и сразу же перекладываю в ледяную воду, чтобы остановить варку и сохранить яркий цвет фасоли. Два помидора нарезаю кусочками. Здесь нужны мясистые помидоры, такие, чтобы не давали много влаги в салате. Кстати, прекрасно подходят черри. Одну луковицу нарезаю тонкими четверть кольцами. Отваренные заранее вкрутую перепелиные яйца разрезаю пополам. У меня их тут 7 штук. Если будете использовать куриные, вам будет достаточно 2 яиц. Но перепелиные в нисуазе смотрятся красивее. Теперь заправка. В оливковое масло пропускаю через пресс 1 зубчик чеснока. Добавляю 1 чайную ложку с горкой французской горчицы, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку белого винного уксуса, 1 третью чайной ложки сахара и 1 вторую чайной ложки соли. Взбалтываю смесь вилкой. Она начинает мутнеть и становится гуще. Это соус эмульгируется. В большую миску кладу листья салата и немного рву их руками, чтобы стали поменьше. Ножом лучше не резать. Салат не любит нож и теряет свои качества. Для того, чтобы салат был красочнее, лучше использовать смесь из листьев разного сорта и цвета. Теперь кладу в миску все остальные ингредиенты, кроме тунца, оставив 2-3 половинки яиц и 2-3 кусочка помидоров для украшения. Заправляю половины соуса и перемешиваю с помощью 2 вилок, без фанатизма, так чтобы салат смешался, но не потерял объема. Выкладываю на сервировочное блюдо. С банки тунца сливаю жидкость, а рыбу разламываю руками на кусочки и раскладываю сверху на овощах. Позвоночник при этом удаляю. Теперь кладу отложенные кусочки помидоров и яйца. Поливаю остатками соуса. Салат нужно подавать сразу же, пока салатные листья не потеряли свою свежесть. Это так вкусно! Когда на столе есть салат нисуаз, то мне лично уже больше ничего не надо, разве что вилку побольше и пусть весь мир подождет. А более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте wikirecept.ru. Ссылка под видео. Не забывайте ставить лайки, а если вы не подписаны, подписаться на канал. Приятного вам аппетита!